Привет. Песеры, с вами Морж. Хорошая реакция у вас на мое последнее видео. Надеюсь, многие подписали петицию. И я так посмотрел за первый час куча комментариев и думаю, да, я об этом не говорил, но почему бы не сделать ответ на комментарии? Тем более, вам вполне себе это неплохо заходит. Ну и интересно, конечно же, услышать не только мое мнение, а и ваше, которое вы свободно пишете. Ничего я не удаляю. Вот, если, конечно же, нет каких-то оскорблений или вы не нарушаете правила канала. Поэтому давайте приступим. Вот те комментарии, которые за первый час налетели после видео про петицию, конечно же. Ну и само собой не могу не отметить, что вчера стало обновление. Konami молодцы, они вернули кнопки на прежние места. И вот здесь вот очень смешная ситуация. То есть ты хвалишь Konami за то, что они просто вернули то, что они испортили. Ну, такое тоже у нас бывает. Итак, всем этим петициями обычно подтирают одним местом. Это бесполезно, максимум, как на них можно повлиять, это оттоком онлайна или единичкой в Play Market. Хотя, мне кажется, им и на это пофиг. Да, к сожалению, я с тобой тут соглашусь. Уже отток онлайна дичайший, особенно после осени, когда вышел первый обсер. Вот, единиц хватает. В Steam игра была задизлайкана, жопа. Но, тем не менее, Konami ничего не сделали. Когда завезут оптимизацию на телефон Honor 9A? Никак скачать не могу и поиграть тоже. Честно, я не знаю, какая это модель телефона. Посмотри, если у тебя не 64-разрядная система, то, в принципе, игра не пойдет. Так, сердце спец с юности. Играю в FIFA, сейчас она объективно лучше. Есть такой термин, унылое говно, так это применить к PES. Алекс, да, понимаю тебя. К сожалению, да, я тоже очень-очень давно играю в PES, и поэтому хочу в нем остаться. Я бы тебе посоветовал перейти в FIFA. Там контента много, из ничего можно сделать контент, ради твоего канала лучше будет, мне кажется. Знаешь, честно, Football Production, я не гонюсь прям за огромным развитием канала. Мне приятно, что у меня есть люди, которые меня слушают, и с которыми мои мысли и какие-то мои желания совпадают. То есть я никогда не видел себя, я не видел никогда YouTube именно способом заработка. Мне скорее важна аудитория. После обновления Realme вылетает. Турунов. Ну, блин, опять они, да, что-то напороли. Ну, естественно, советую тебе переустановить игру и, само собой, если у тебя аккаунт привязан к Konami ID, чтобы ты его не потерял. Вышли обновления на Play Market. Да, Исмаил, вышли. Петиция — это бред. Сергей, а какие другие предложения? Вот какие другие предложения, как можно достучаться? Я помню, года два назад какой-то школьник хотел взорвать офис Konami. Ну, типа, по-моему, это не самый лучший вариант. Константин Мир, ты на спидах? Сейчас нет. Вот такой вот ответ. Так, Борщ ТВ, может, ты ж аж задыхаешься от обиды. Да, Борщ, ну, к сожалению, иногда эмоции переполняют, и вы можете просто слышать по моему голосу. Мне обидно за игру, которая вышла в 2017 году, должна была снести нахрен FIFA и стать великолепным, просто великолепным футболом для смартфонов. И вот что мы имеем на данный момент. Я бы от Индера ждал бразильского Роналду. Хотелось бы, конечно, Оскар, но у Роналду супер там мега какой-то эксклюзивный контракт с Фифой, поэтому вряд ли. Бам-бам, такое говно сделали, честно, если раньше в 20-22 части заходил в игру почти каждый день и участвовал в турнирах, было интересно, то сейчас это в такой скатилось с их иконами, которые они убрали, чего стоит Решфорд. Физика в игре вообще поменялась в худшую сторону, все такими топорными стало. Да, понимаю тебя, Бам-бам, и действительно понимаю, о чем ты говоришь, потому что сейчас я в PES тоже захожу крайне мало. Ну, точнее говоря, он у меня постоянно работает, у меня на новичке эти футболисты опыт набирают, просто потому что я собираю фул-клубы под будущие товарищеские матчи, которые еще хрен пойми когда будут. Почему они просто не добавят карьеру и другие онлайн-режимы по типу футзала? Так после этого их игра взлетит по оценкам популярности. Максим, конечно, взлетит, и вот у меня тоже нет ответа на вопрос почему. Вот у меня его нету. Единственный, по-моему, логичный ответ это как в фильме «О чем говорят мужчины». Потому что. Вот ответ на все вопросы почему. Объяснения никакого логического, почему игра не развивается, у меня, к сожалению, нет. Ну, точнее, есть, потому что они там дебилы немножечко. У кого еще камера, повтор криво работает, это просто пиздец. Да, Сафуан, это баг игры, писали мне про то, что камера работает хреново, только Konami могут починить. Так, бургер, eFootball намного лучше по движку, уж это лучше, чем чтобы у какого-нибудь иконика Иньесты проходили пасы в 5 сантиметров от твоего игрока. Вот насчет ивентов всяких, это, конечно, абсурд. Какой-то в чем для них проблема, их добавляют вообще непонятно. По движку, соглашусь, но он не работает сейчас так, как должен работать. То есть,
да, физика здесь должна быть лучше, чем в FIFA, и она должна быть более интересной, но движок не допилен, он не работает так, как это должно быть. И поэтому, конечно же, игроки ругаются. В Америке эту игру называют E-Fuck Football. Смешно, смешно. Не, в Америке, Роман, тогда E-Fuck Soccer, потому что у них же не футбол, у них сокер. Ару, ничего не изменится. Михаил, мы хотя бы попытаемся. Вот если мы не попытаемся, точно ничего не изменится. Я смотрю кёрлинг. Так, Афанасьев ворвался со своим кёрлингом. Не гони, это крутой спорт, где надо думать головой не слабее шахмат. А Канами — это отдельная тема с их трансляциями. Где Монако чемпионы? Блин, ну ты видел, какие там альфа-самцы от Монако? Ой, господи, я потек прям, как только их фотографию увидел. 1.22 слугу народа напомнил. А не, вообще, даже не хочу походить на эту мразь. Вот честное слово, вот никогда. Вот на эту мразь уж точно нет. А еще теперь Konami решили тех перерывы делать по несколько раз в неделю, так еще и по срокам пиздят через раз, задолбали. Мистер Синистер, ну я тебе так скажу, в этом тех перерыве поменяли, ну точнее, вернули к нормальному состоянию кнопки, поэтому слава богу, они его сделали. Если Милан стал партнером Konami, тогда почему до сих пор не сделали оригинальную эмблему и форму? А вот здесь, Владислав, я тебе отвечу, потому что это Konami. С 1 июля официально Милан партнер Konami, а они рогобаны, которые просто не могут даже вовремя форму выпустить. Мне кажется, Морж мало понимает, что происходит в игровой индустрии. А, ну это я мало понимаю. Сейчас нам, смотрите, профессор расскажет. Коротко, это нереально быстрая гонка, в которой Konami аутсайдер. В попытках догнать FIFA, директора компании требуют от глав проекта PES новых нововведений, чтобы поддерживать конкуренцию. Но чтобы их создать и вести, нужно время. Но финансовый директор этого не понимает и максимально подгоняет проект люди, которые работают над проектом, выгорают и уходят. Господи, давайте их пожалеем. Или они пробуют, а с первой попытки у них не получается и их увольняют. Таким образом, к этому режиму можно сменить десятки команд разработчиков, и каждая новая группа все меняет профессионально. Ой, господи, господи, как они живут. Господи, давайте их всех нахрен пожалеем. Блудбой, ну ты серьезно? То есть ввести сраные товарищеские режимы, которые, блять, в любой нормальной игре с 2010 года, им нужна команда разработки, а потом другая команда разработки, они приходят, делают другие наработки, нет, не делают, движок один и тот же, просто нужно прописать режим, все, от них больше ничего не требуется, понимаешь? Когда они, блин, в конце 21 части даже селекции не выпускали, сделать селекцию 30 минут, я ее за 30 минут сделаю, чуть-чуть стат игроком подкручу, и вот, пожалуйста, выбрасывайте, и игроки довольны, которые хотят открыть, и Konami зарабатывает. Они выпускали это? Нет, они не выпускали, наверное, у них менялись команды разработки селекции, хотя это один человек сделает за полчаса. Ну ты серьезно? Господи, я не разбираюсь в игровой индустрии. Знаешь, в чем честно я разбираюсь? Я разбираюсь в том, что уебанов не надо брать на работу. Вот уебанов не надо брать на работу раз, и потом оправдывать их уебанизм тем, что им сложно, тем, что еще что-то. Прошлый год весь конченые наши товарищи из PES комьюнити оправдывали: Морж, ну вообще-то коронавирус, ты понимаешь, что они не могут игру разрабатывать? Серьезно? То есть вот я могу из дома работать, вы можете из дома работать, а разработчики, блин, игры из дома работать не могут. Господи, давайте их всех пожалеем. Их всех надо пожалеть и отправить их еще на какой-нибудь турнир. Так, лучше бы не было бы обновления, до сих пор не могу привыкнуть к игру. Честно, да, согласен тут с тобой, лучше бы оставили 21-ю часть до того момента, как 22-я была бы просто нормальной. Konami все равно молодцы, будут незрячими и без рук сделать такую игру похвально. Не понимаю, зачем столько хейта. Ну, извини, Нурдаулет, я иногда издеваюсь над подобными людьми, что, конечно же, очень печально. Я тоже люблю Офлай, потому что хотя бы не лагает. Я уже удалил игру навсегда, ибо в эту хрень играть невозможно. Раньше PES, когда бесило, удалял, потом назад скачивал, а тут поиграл, понял, что говно, удалил навсегда. Ну, будем надеяться, что на самом деле какие-то изменения будут. Так, вот эти вот комментарии, я вообще не понимаю, что это такое, заблокировать пользователя нахер. Вот, это, ну, явно какая-то спамная фигня, под каждым видосом пишут. 7 числа игру с другом добавят. Нет, не знаем мы 7-го, не 7-го, как будет информация, сообщим. Илья Ильяс, а если серьезно, то эта петиция абсолютно права, но давай подумаем. Konami обещали, как вернуть и футбол, полная хрень. Зачем вообще нужно менять название игры и все остальное, если уже ушел Гальвань, я не знаю, что и думать. Про Konami они настолько конченые, что они даже обленились и не хотят ничего менять. Им похер на игру, а на своих игроков сейчас дадут, как всегда, 5 КГБ, до свидания. Кстати, да, 5 КГБ уже дали. Ильяс, тут я с тобой согласен абсолютно. По поводу смены названия, для меня тоже это абсолютно непонятно. То есть, как я понимаю, eFootball — это какое-то киберспортивное объединение. Там еще Пике каким-то образом, короче, в этой теме замешан. Но менять бренд, который на протяжении десятков лет просто дико узнаваем, у меня нет объяснения, зачем это было сделано.
мы видели вашу петицию, 30 тысяч ГП вам высылаем, скоро ведем геймпады зимой 24 года. Дешев, ну что-то ты загнул, ну 30 тысяч, серьезно, от Konami, 5, да. Так, петицию надо было на японском составлять или хотя бы на английском, славянский даже не откроют. Но она вообще на английском, я, да, делал автоматический перевод страницы, вот Ренат очень даже прав. Дешев тут уже за меня ворвался. Вот, ВК вчера скинули. Да, ребят, я серьезно считаю, что эту тему нужно развивать, нужно открывать, потому что по-другому у нас нет никаких рычагов воздействия. Топ-видос, спасибо. Будет идеально, если сами футболисты начнут выступать. Прикол, Месси начнет хейтить, тогда может они зашевелятся. Честно, Футбол Channel, я считаю, что и Месси, и Роналдо, им так похеру на эти игры, они получают огромное количество денег за партнерку, и все. Их это вообще не волнует. Ну, прикинь, Месси сколько там, 34 года, да, Роналдо 36, или Месси 35, ну, короче, суть не важна. У них дети, у них жены, у них там уже геморрой может быть, уже и коленки постреливают, им до этих игр нахрен оно надо. Если видео нет рекламы, то значит видео и есть реклама. Да, это вот реклама великолепной компании Konami, Матвей. Нужно обязательно идти к ним на работу. Морж, привет, я просрал свой аккаунт, 4 года играл с тобой. Подари мне любой аккаунт, пожалуйста. Еркин, ну если ты играл 4 года, то ты 100% знаешь, что такое Konami ID. Ты знаешь, что такое привязка через Google Play. Поэтому просрать свой аккаунт ты не мог. Только если тебя, например, не кинули, а любой кидок это, ну, как бы, не мои проблемы, вот, а то, что человек может просто банально мне здесь соврать, мне как-то сообщение писали, может, у меня мама умерла, подари мне аккаунт, то есть, ну, я знаю уровень целевой аудитории PES, чтобы, честно, на такие сообщения не реагировать. Когда женский обзор, Эдерсон? Ох, будет, когда лисенок перестанет на меня обижаться, есть там небольшие проблемы. Ты топ, спасибо. Прав, как всегда, я подписал у них ТО завтра, 3 дня назад, задолбали уже. Ну, слушай, Угоратор, блин, они кнопки вернули. То есть вот это вот ТО, которое было вчера, я прям говорю спасибо за них. Многим игрокам играть стало на порядок легче, поэтому это ТО, это прям хорошо. Нам нужно устроить Konami Майдан под окнами, но боюсь, что они просто окна закроют и все. Влад, честно тебе скажу, вот у меня все, что ассоциируется со словом Майдан, ни к чему хорошему это не приводит. Поверь, я пережил 2004 года, когда обосрались по полной программе. Я пережил 14-е, когда доллар за 30 улетел. Давайте вот это слово вообще не использовать. Ни к чему хорошему он не перейдет. И если мы у Konami такое сделаем, то следующая игра вообще не выйдет. Скорее всего. Просто не выйдет. Так, меня сейчас все устраивает, но это же мобильная игра, люди. Это ж не ПК и PlayStation. Даже для телефона такая игра сойдет. Такую же игру в Play Market не найдешь. Там одна хрень. Ну, как сказать, Эриксон, вот честно, понимаешь? Тут ты уже соглашаешься на недоделанную игру. Типа, мы будем делать это, потому что лучше нет. Но, вот как бы... Хрен, я даже не знаю, как это сформулировать. Понимаете, я люблю игры, которые хороши сами по себе. Не на фоне кого-то, а сами по себе. Вот третий Ведьмак, он охеренный. Он не оглядывался на какие-то другие RPG. И нет людей, которые говорят, что он охеренен на фоне кого-то. Он охеренен сам по себе. И когда люди действительно болеют своей игрой и создают игру... С вдохновением она такая и получается. Саид, стоит покупать Неймара? Если ты умеешь финты, то несомненно стоит. У него очень много финтов, но очень мало ударов. У меня одного джойстика кнопки сместились прям очень близко к углам экрана влево. Ну вот сегодня это патчем починили. Так, надеюсь, это хоть немножко поможет. Мы все очень надеемся. Скажите, пожалуйста, только у меня джойстик маленький стал или у всех? У всех такой, но вот сегодняшним обновлением починили. Привет, можешь не думать, что я девочка, я парень, просто хотел профиль фото сменить красивую девушку. Ну хорошо, Руфа Уфа, ты со мной уже который год, я постоянно читаю твои комментарии, и я вроде знал, что ты не девочка. Ну вот, как-то так. Интересный факт, ни одна петиция во всем мире не была рассмотрена и ни к чему не привязана. Ну как сказать, Александр, я бы на самом деле загуглил, утверждать я сейчас не буду, но в каких-нибудь условных штатах эти петиции реально работают. Ну, то есть, в европейских странах эти петиции реально работают. Во всяких там Франциях, Германии, ну, я, конечно, естественно, про страны старой Европы, а не про там условные Болгарии, Венгрии и так далее. Вот именно в странах старой Европы мнение людей очень важно и к нему прислушивается. Николай Осин, привет, и тебе привет. Недавно скачал игру, да, и узнал тоже оттуда. Странно, да, оценки в маркете все ниже и ниже, к сожалению. Обложка то спасибо, кстати, картинка не моя. Стоит ли брать Ван Дейка, хотя Диас по статам лучше? Ван Дейк, да, вполне себе, у меня играет в основном составе, часто выходит на замену, ну там по стрелкам, конечно. Думаю, что-нибудь изменят, им пофигу. Надеюсь, что что-то изменят, других вариантов просто не вижу. Привет, хорош, лучший ютубер по PES. Спасибо, Ван Котя, плей тебе. Второй, первый, найс, может и то.
первый, топ-1. Ну, это уже вот все, в принципе, комментарии под видео закончились. Ладно, видео вышло длинное, надеюсь, вам было интересно меня слушать. На вопросы постарался ответить, ваше мнение постарался почитать. Черкани что-нибудь в комментариях, почему бы и нет, буду только рад. Ну, лайк тоже можешь поставить, а можешь дизлайк поставить. В принципе, они для вас скрыты, но я, по крайней мере, буду видеть, насколько я чувствую аудиторию и насколько аудитория меня поддерживает. На этом, ребят, прощаюсь. Как всегда, морж, как всегда, пока. Пока.